которая вообще жесть. Идем. И за этим. И за перекачанным. Все везде 2.3. Отлично. А я вам это. Интересно. Три, да. Ford Mondeo 3, 2.0 TDCi 2003 года. О. 2003? Третий, да. Да. Универсал. Думаю, первое. Много? Пока все хорошо. Надо регулировать то, что здесь регулировки поддается. Это уже хорошо. Но перед зад надо. Есть, да? Ну да, да. Намного? Есть. Намного? Сильно? Правая сторона вижу на 46 минут, да? Вот. Она, в принципе, и та, и та. Это просто еще положение руля. Это, короче, норма зелененький, да? Да. Зелененькая норма. А, вот это по центру, типа, ты ставишь и все, да, типа? Ага, вот так, да? Я сейчас буду мерить еще один угол. Ага. Основной, который пока показывает, была ли битая машина. По ага. Берегу. Да. Интересно, интересно. И вот как раз из-за него и бывают угоды влево, вправо. Сейчас руль будет фиксировать. Надо по центру поставить. А там что? Миша Лазер. Лазер там работает или чем-то. Там я. Ось. Получается, верхний это развал, то есть угу. Угол развала и схождение. Они сильно в плюсе. В принципе, ну, при таких данных
резину подлетать не будет. Но подвести надо, потому что накат ума шины хуже, даже если конечно. Это задние колеса, угу. Да, то есть они получаются в себя, я, грубо говоря. И надо их развести, поставить ровненько. А перед? Передок тоже. Ну, передок, получается, развал тоже в идеале стоит. Кастер, вот это вот то, ну, вот этот угол, который, из-за которого выводит. То есть это получается, как колеса стоят параллельно друг друга. В данном случае левая назад. На сколько получается? 25 минут. 25 минут, ну, это начало такого. Ну, начинает уводить от 0.30. 0.30, 0.40, здесь 0.25. В принципе, может быть, и был какой-то бордюрчик по правой стороне. Когда-то бордюр яма. Бордюр был. Но незначительный. Бордюр был вчера. Да? Но небольшой. Но незначительный такой, да, я же говорю. Небольшой. Вот вправо есть. Влево вот. Влево чуть-чуть. Если отпускай эти рули. Отпускай рули, влево тянет машину. Да. По ровной, по идеально ровной, ровной дороге. Ну, если так взять, то по данным должно вправо. Должно быть вправо, да? Да. Почему может уводить влево? Но на ямках кидает вправо. На ямочку попадает, оп, вправо. Ты поверь меня? То есть в таком режиме. После того, как ям сделаешь, надо...